Уплотнитель-то не дешевый, как обычно ставят. И вот здесь ничего не видно. ТДМовские автоматы, звонок, глазок. Так как здесь есть у вас, здесь в этом здании, у вас механическая вентиляция. Компактная, уютная плата. Блин, расшивка, конечно, крутая. Теплотрассу будут убирать вниз? Деревьев, я понимаю, не будет. Будет приятно заходить. У тебя уже здесь, в принципе, есть все для жизни. Сейчас посмотрим, что у нас с высотой потолка. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Жилые комплексы «Светлана Парк» и «Панорама Парк Сосновка» расположены между двумя парками – «Удельным парком» и «Парком Сосновка». «Панорама Парк» застройщик позиционирует как дома комфорт-класса, а «Светлана Парк» позиционирует как дома бизнес-класса. Класс энергоэффективности в домах комфорт-класса «С» и «Д», а в бизнес-классе «С» и «Б». Панорама Парк Сосновка. Квартиры представлены от студии до 4-комнатных квартир. На сегодняшний день однокомнатная квартира стоит от 8 700 000 рублей, а парковочное место вам обойдется в 1 миллион рублей. Высоту потолка застройщик обещает от 2 метров 77 сантиметров до 3 метров 54 сантиметров. В комплексе будет 4341 квартира и 2122 машиноместа в подземном паркинге. Согласно проектной декларации, 69% от общего числа квартир будут занимать студии и однокомнатные квартиры. До ближайшей станции метро «Удельная» всего 3 километра. В жилом комплексе «Светлана Парк» квартиры представлены от студии до 4-комнатных квартир. На сегодняшний день однокомнатная квартира стоит от 8 миллионов рублей, а парковочное место вам обойдется от 1,5 миллиона рублей. Высоту потолка застройщик обещает в 3 метра, а квартиры, в отличие от «Панорама Парк Сосновка», передаются в черновой отделке. В комплексе будет 2185 квартир и 1389 машиномест. Согласно проектной декларации, 49,5% от общего числа квартир будут занимать студии и однокомнатные квартиры. Ближайшая станция метро «Удельная», и до нее от комплекса всего 1 километр 800 метров. А теперь поговорим про соцобъекты. В ближайших школах номер 6 и 97 и гимназии 92 вакантных мест нет. В детских садах 3, 93, 252 есть вакантные места и в достаточном количестве. Также отмечу, что рядом есть еще и детские садики, в которых есть места. Застройщиком комплекса является Settle Group. Проекты застройщика расположены в хороших местах. От проекта к проекту я вижу улучшение в лучшую сторону, а также открытость застройщика. В соцсетях застройщику задают различные вопросы, он их не удаляет и отвечает, за что я его уважаю. 12 января застройщик сдал 2 корпуса в жилом комплексе «Светлана Парк». И вот они за моей головой. Вот мы с вами, друзья, и на стройплощадке комплекса. Двор, видно, уже оборудование детской площадки. Спортивная площадка. Ох, какой фасад-то красивый впереди. Напоминаю, комплекс называется «Панорама Парк Сосновка». Беседочки. Освещение деревьев там видно. Вот здесь, кстати, хорошо видно сам винфасад. Плиты видны, клеймеры. Издалека, кстати, их вообще не видно. И базальтовый утеплитель. Вот сейчас какой-то монтаж происходит. Вот здесь, да? Да, здесь. Это доска настоящая или пластик? Имитация? Это, конечно, это прессованный пластик, который не подвержен коррозии. Угу. А, ну да, все вижу. Слушайте, такое ощущение, знаете, чем-то черепица напоминает. Ну, это очень дорогой материал. И здесь еще вот на этой закладке будет конструкция с подсветкой и скамейки. Угу. Вот, а там, где делают армировку, там будет буквар.
Пойдемте в паркинг. Да, пойдемте. А вот эту же промку, ее же я правильно понимаю, что со временем снесут, ничего не останется? Вот. Промка, то, что от Светланы осталось. Конечно, здесь будет стали. А, то есть вот, вот это все тоже сейчас уберут, и, а следующее здание второе, оно станет? А вообще все? Да. Все вот эти, где здания, там будет построить детский сад и школу? Да, детский сад и школа, да. И будет между нами и ими проходить дорога. Эко-маршрут. Ага. Тропа здоровья. Тропа здоровья. А теперь... Первый это каменная кладка. Ну, смотрится, слушайте, клинкер очень круто. Очень красиво. Это эстонский камень, это из этого камня сделан бизнес-класс у нас. И расшивка очень красивая, такая светло-серая, смотрится очень, конечно, стильно. Опять же, потом, сейчас, когда завершат бублетрофи, мы это все моем, обновляем. А, еще и фасад весь помоете. Да. Так, заходим, друзья, в паркинг. Сюда вы будете заезжать на своих машинах. Напомню, паркинг стоит от 1 000 000 рублей. И протечек пока не видно. Смотрите, какая гора утеплителя. А, вот здесь, я так понимаю, этот подъемники, да, будут стоять? Система допуска. А, здесь будет, да, система считывания. Вот, соответственно, один из низких уровней. Сюда попадает вся грязная вода, особенно это зимой актуально. И погружные насосы, это все там, в канализацию. А, вот тут он. Ну-ка, посмотрим. Да, вот как раз для него местечко. Все откачивают водичку и, соответственно, она уходит. Ну, сейчас, понятно, еще объект не сдали, поэтому, друзья, не удивляйтесь. Ворота. Сам паркинг. Деформационные швы. Уже здесь разметку сделали. Вот как раз одна из нижних точек. Вода это нормально там. Потом насосы смонтируют, подключат, и воды не будет. Вот, кстати, у нас получается стык двух секций. И вот здесь ничего не видно. Как у некоторых бывает. Водичка течет. Сейчас пройдем, друзья, на центральную часть, и нам Александр все покажет. Напомню, что здесь будет 2122 машиноместа в подземном паркинге. Слушайте, да, здесь намного больше уже размах. Большая такая территория. Вентиляция. А что мне здесь нравится, сейчас покажу. Вот система пожаротушения. Обратите внимание, что она у потолка, а не как у некоторых застройщиков, что ты когда паркуешь свой автомобиль, то можно повредить кузов, потому что очень-очень на низком уровне находится система пожаротушения. Значит, система пожаротушения на очень низком уровне, поэтому, не дай бог, ну вот можно, честно, долбануться, особенно под чуть выше ростом, и не заметить это место, и что-то себе это разбить. Поэтому будьте внимательны. Ну все, вот такой паркинг. Правильно, еще один, второй въезд. То есть получается, вот там въехала машина, открылись ворота, и они поехали сюда, и вот туда как раз у нас получается минус второй этаж. Сейчас мы туда и пройдем. Технологические отверстия, кстати, чем зачеканиваете от опалубки? Такие же рельсы второго, бетонные. То есть минус первый, минус второй, они по площади, да, получаются одинаковые. Да, да. Это вот именно центральная часть. Красиво смотрится паркинг. Самое интересное, вот эти основные места, потому что у большинства застройщиков, когда ходишь, видно, что там просто так, ну, течет. Это, опять же, это тот же самый путь, здесь очень удобно. А, ну вот получается, да, то есть где как раз вот эта выступающая часть на территории. Да. То есть люди спустились, зашли, и вот у них паркинг, и да, пошли к своим местам. Да, причем эта лестница-клетка, она напрямую может как с корпуса она уходит на минус первый уровень, так и непосредственно на улицу. То есть с улицы можно спуститься прямо. А лифты спускаются сюда вниз? Нет, семейной секции только на минус первом уровне. Только на минус первый лифт спускается. Да. А здесь уже все остальные. Пешочком. Да. Угу. Ну, отделка, конечно, такая. Ну да. Что ни на есть обычное. Ну, конечно. Паркинг бизнес-класс. Там, наверное, на первой Светлане, если был бизнес-класс, то первый, в общем, Светлана Парк.
Там отделка стен есть. Грунтуем, выкрашиваем, фиксируем цвет. И паркинг там двухуровневый. Ну, видите, усиление несущей конструкции, потому что там большое количество будет стоять машин. А машины весят больше, чем люди и мебель. ЕТП, друзья, это индивидуальный тепловой пункт. Сердце вашего и нашего дома. Ох ты! Как здесь тепло! Пластинчатый теплообменник для экономии ресурсов и денег. Насосы. Вау. Круто. А, это как раз для сброса воды, да, сделано? Да, это стекло приятно. Слушайте, классно. Отопление получается у нас два насоса, да, идет? Вот это расширительный бак, я правильно понимаю? Закрыт. Два насоса, один основной, другой вспомогательный всегда. Угу. Если один ломается, выходит из строя, то включается, соответственно, второй. Да, так, насос у нас производство Вилла, торговая марка. Ну, то есть все насосы импортные. Да. Вот схема. Который еще строится. Это вторая очередь бизнес-класса, да. Ага. А рядышком с ней зеркальное ее отражение бизнес-класс, который уже практически готов. Даже гамачок есть. Ну, гамак — это вообще классная штука. Типовой этаж. Штукатурка, окрашена в бежевый цвет. Двери. Раз замок, два замок. Звонок. Глазок. Двери, кстати, симпатичные. Такие с перламутром переливаются. Благодарю. Так, это у нас однокомнатная квартира. Да? Нет, побольше. Нет, вроде побольше. Да. А, вентиляция. Белая отделка. Это светлоэтажная. Да, белые. Белые же, да, белые. Белые обои. Так, давайте смотреть. Первое из плюсов, то что здорово, что ящик под автомат, он утоплен. Нормально можно поставить шкаф. Питание, розеточная группа, ТДМовские автоматы. 63 ампера, C16, C10, C32 и 3C16. Можно еще раз, да, два блока добавить сюда еще. Домофон. Здесь прикольно, что гардеробную можно себе сделать. Есть розетка, роутер поставить, распаечные коробки. На полу у нас ламинат. У ламината, кстати, классно, вот здесь фаска есть небольшая. То есть, когда вот гладкий ламинат, он все равно через какое-то время такой, знаете, домик начинает вставать, то здесь такого не должно быть. А это у нас как раз кухня. Видите, выводы воды есть. Это никак у некоторых ни на кухне, ни вывода воды, ни канализации вообще просто нету застройщика. Я, конечно, подофигел. Кухня, потому что здесь вентиляция. Смотрите, розетка, выключатель, розеточная группа, где трубы от застройщика. Как это он сюда их не вывел? Нет ни подводов холодной горячей воды, ни канализационной трубы. Розеточная группа, большущее окно. Вот здесь сверху, обратите внимание, клапан приточный, когда его открываешь, заходит свежий воздух. Ламинированные окна. Радиатор теплый. Вовна предусмотрена уже защита по типу детского замка самой арматуре. Она будет выставлена и по каждому дольщику показывается, как она будет выставляться. То есть она здесь, в теле этого уже фурнитуры заложена окна. А, то есть повернул, уже не открыть. Здесь не надо будет ничего пилить, сверлить, сверху ставить, делать какие-то накладки. Слушайте, я еще, кстати, скажу, что уплотнитель-то не дешевый, как обычно ставят. Нет, здесь ничего. Здесь хороший уплотнитель. Здесь. И, кстати, мне нравится, знаете, что он серого цвета.
Потому что когда черный, он сразу бросается в глаза на белых окнах, а здесь он такой светло-серый, я его даже сразу не заметил. Смотрите, я об этом, кстати, очень часто в своих видео говорю. Обратите внимание, что застройщику сделал выводы, они прямо идут из стены. То есть не нужно самим переделывать. И когда, к примеру, почему это удобно? Когда вы начинаете убирать, видите, нет торчащих труб. Соответственно, все это просто может робот-пылесос пылесосить, и все везде, весь мусор уберет. Ну, двери обычные, такие же двери мы видели и в других проектах застройщика. Коридор. Это, я понимаю, вентиляция, да, вот блок вентиляции? Ох ты, помещение с двумя окнами. Угловое, вид во двор, красота, слушайте. Сейчас посмотрим, что у нас с высотой потолка. 2,72,7. Здесь у нас еще есть лоджия. Отлично. Глухое окно. Здесь у нас просто открывается, да? Холодное остекление, одно стекло. И забрало для притока воздуха. Если вдруг кто-то захочет установить кондиционер, есть розетка, но нет вывода, куда уходить конденсату. Панорамное остекление. Нижняя часть затемнена. Решеточки для безопасности. Слушайте, ну так аккуратненько все сделали. Мокрый фасад. Ванная. Это экран. Плитка супер. Вот, кстати, многие ваши клиенты как раз сетуют на то, что ну, вы зашиваете, я понимаю, пластиком, но, скорее всего, для того, что если нужно обслужить систему или демонтировать, то, конечно, ничего не придется разбирать. Но как бы сам элемент смотрится не очень прикольно, потому что реально плитка у вас хорошая, классная. То есть вот это сочетание, что в шоколаде, что здесь в ванили, ну, оно классное. То есть и расшивка плитки сделана, и здесь уголок сделан такой. Ну, прикольно. Большинство дольщиков еще потом, когда заезжают, они кому-то хочется делать какие-то выводы дополнительные. И если делать все в плитке, соответственно, ну, то уже выводов не сделаешь. Мы лишаем их этой возможности. А, именно еще для этих целей, да? Ну, вот у нас получается это под стиралку, я так понимаю, да. Да. Розетка. Здесь не во всех, но в больших торцевых квартирах выведены, также из пола выведены радиаторы нержавеющие. Ну, слушайте, ну это, кстати, круто для ванны. То есть она будет всегда сухая. Она будет всегда сухая, теплая, да. Ну и плюс теплый пол. А, и теплый пол здесь есть? В каждом санузле. В каждом здесь большом санузле? Да. Большом именно, да? Или? Нет, во всех. Во всех. Так, здесь есть модули управления. А, вот он внизу, видишь, ух ты, электронный, не из дешевого. Класс. Это у нас... А, здесь у нас счетчики современные. То есть, я понимаю, они здесь будут в дальнейшем показания автоматически передавать. Система умного дома. Да, угу. Она будет централизованно собирать все показания. Тепло. Прошу. Подарки новым жильцам несут. Швабры. Мы проходим, проверяем, выдаем замечания. А, то есть, получается, клеите сюда лист и пишете, где да, чего нужно исправить. Приходит, что нужно исправить. Потом, соответственно, докладываю, да? Да. Слушайте, классно. Слушайте, дверь широченная, все закрыто. Сейчас мы измерим, друзья, ширину полотна. 96 сантиметров. Как я всегда говорю, сюда влезет и рояль. Здесь у нас в этой планировке есть небольшое место под установку шкафа. Либо можно просто двери поставить. Также утоплены автоматы, розетки под роутеры, я так понимаю. Наверху еще есть розетка. Двери. То есть у нас получается отделка вся одинаковая, только будут отличаться двери. Либо это бежевый, либо вот такой шоколадный цвет, как застройщик. И, соответственно, ламинат такой же будет, темный. Ух ты, большая ванна.
розетки, санузел. Вот, конечно, то, что канализационная труба торчит, конечно, с одной стороны, это не очень красиво, но с другой стороны, если не дай бог что-то, то не придется никакие короба разбирать. Ванна, экран, ну, в принципе, все остальное то же самое. Здорово, что ты уже заезжаешь, у тебя уже здесь, в принципе, есть все для жизни, то есть вообще не нужно там зеркало только сюда повесил, прикрепил какую-то полку дополнительную и все. А так уже все есть от застройщика. И здесь, кстати, вот сам вот этот короб, он, видите, он здесь находится в углу, вот именно вот в этой ванне. И здесь, соответственно, он не так сильно бросается в глаза, вот как мы в другом смотрели. Здесь уголок. И слушайте, плитка очень классная. Вот эта плитка мне очень нравится, очень красиво смотрится. Так, это у нас кухня, я так понимаю. Нет, это не кухня, это комната. С одним окном. То же самое, обратите внимание, что радиаторы подключены прямо из стены. От застройщика сразу раз, два, три, четыре розетки на маленькую площадь. То, в принципе, всего хватает. О. Это у нас кухня. Вода, канализация, розеточная группа. И здесь у нас с выходом на стекленную лоджию. Так, давайте мы с вами измерим ширину лоджии. Ого, 1,34 м. Это уже второй этаж. Высота уже на самом деле ощущается. Ручка высоковато сделана. Да, чем выше, тем вид намного интересней. А в ваннах везде получается натяжной потолок, правильно? Везде. Везде. Везде теплый пол. И теплый потолок. Пол, натяжной потолок, и он полуматовый, правильно? Ну, матовый, да, потолок, не глянцевый. Потолок, да. Вот она у нас получается входная. Это с улицы вход. Вот здесь у нас будут почтовые ящики, правильно? Да. И они, так я понимаю, еще будут зашиты красиво плиткой. Да, да. Вот этот подъемник монтируют как раз. Там выход на лестницу, да? Да. Колясочная вот эта справа, да? А, туда. Ну и здесь симпатичное ограждение. Недокрученное пока. Жизненькое. По входной группе здесь сразу, видите, такой маленький, как назвать, углубление, где будет стоять щетка для того, чтобы вы вытирали ноги, несли грязь вовнутрь. И здорово то, что здесь есть отдельное помещение за просто широченной огромной дверью. Смотрите, друзья. Это алюминий, и смотрится, кстати, достаточно красиво, то, что они сделали здесь алюминий. Ну, у него сразу вид такой, знаете, богатый. Приятно заходить. Вот они, два бизнес-класса. Один готовый. Ну, вот, да, один готовый, один еще строится. Так, у нас здесь получается бетон, газоблок и керамический блок, да? Да. Ну, уличное освещение симпатично будет смотреться. Особенно еще когда включат его. Оно будет симпатично смотреться. Плюс здесь еще будут внутренняя навигационная система очень красивая. Тут будут такие арочные эти конструкции, указатели. Где куда где идти. Да. То есть увязка будет всеми очередями, чтобы... Ну вот, тоже, в принципе, тоже на двор. А деревьев, я понимаю, не будет? Будет только кустики? Деревья? Нет, все будет. А будет, вот только как позже. Только агросезон сейчас открывается, и мы начинаем полностью озеленение, чего ее сдаем. Ни в одном дворе мафы, ни одна площадка не похожа на другую. То есть они все разные, да, площадки? Вот этот самый малый двор, вот этот средний. Так, а вот как раз у нас и вход в паркинг. Вот так он стилизован. Кажется, что каждый двор будет отгорожен вот от проезжей части, от гостевой парковки, калитками и забором. А, то есть вот здесь его с постой смонтируете? Ну, здесь конкретно, здесь. Здесь они закрыли.
закрыли. С той стороны обойдем. Главное знать секретный проход. Ох ты, плитка какая красивенькая эта. Шумка даже есть. Плитка, кстати, красиво смотрится. Да. Нет, вот это. На полу. А, да-да-да-да, у меня. Это вот он. Угу. Да, все, что мы видим. Смотрится красиво, да. У вас я еще смотрю, что фундамент утеплен тоже пеноплексом. Полностью вся подземная часть, да, утеплена, и надземная здесь тоже будет утеплена. Да, я, кстати, тоже вот здесь, когда проходил, машину припарковал, обратил внимание. Вот сейчас видно, да, что светятся светодиоды, но, конечно, надо вечером смотреть, потому что вечером будет круто. И мне нравится, что здесь балкон. Балкон, реально, это очень здорово. Причем он такой, сколько здесь? 1.20 метра, наверное, да, он глубины. Вот здесь будет также центральный въезд, большая дорога. Ну, вот здесь сейчас как раз КПП, вот здесь будет, да, центральный. И так она будет вдоль тоже пешеходной зоны и дублируется дальше уже. А теплотрассу будут убирать вниз? А, эта эстакада будет, да, демонтирована, закончат демонтаж трубы котельной. И полностью. А, то есть вот сверху вижу конструкцию, это, да, уже начали демонтаж. Так, друзья, вот это здорово. Видите, вот эту желтую штуку наверху, уже идет демонтаж. Да-да-да, милицейский адрес еще на синеньком. Прикольно. Еще одна разновидность турбицы. А, слушайте, тоже, кстати, этот вообще будет прикольный. У него такой на светлановский вид там классный. И самые большие балконы. А можем квартиру пройти, вот, наверное, какой-нибудь повыше этаж, как раз где балкон? Ну-ка, это у нас клей. А, штукатурка. Штукатурно-клеевая смесь, армированная, для крепления минераловаточных плит. Слушайте, они из дешевых материалов. Это у нас плитка. Урал-гранит. Вот, кстати, вот это внизу, видите, часть. Влага, которая будет собираться, вот это для вентиляции. Здесь даже сетку такую поставили. И она будет выходить вот сюда все. Блин, расшивка, конечно, крутая. Очень красиво смотрится. Входная группа. Здравствуйте. Темная плитка на полу. О, слушайте, вот это класс. То есть здесь получается, что вы понимали, пол немножко под наклоном. И будет очень удобно, если есть дети с коляской, просто завез и все. Это здорово. Здесь тоже, да, точное освещение везде, да, будет на потолке. Цвет стен такой приятный. Все, пойдемте смотреть квартиру с балконом. О, кстати, лифтовой холл, пассажирский, грузопассажирский лифт, плитка белая. Понимаю, как мы в ванне, да, видели, такая же плитка? Да, у нее просто размер. А, она размер другой, да, все, вижу, обратил внимание. Тоже будет точное освещение, окно есть. Кстати, окно достаточно высокое, не как бывает, знаете, снимал обзор, там окно где-то на самом верху, вот как здесь, вот эта створка всего лишь, такое ощущение, что ты реально в подвале находишься, здесь такого нет. Лестничная вообще. Ох, как громко. А почему очень часто вижу, что вот так как остались лестничные марши, их вообще, в принципе, никто не отмывает? А, не сейчас их отмывают. Их отмывают и красят. Перед сдачей. Перед управляющей компанией, да. А, то есть они будут покрашены. А в какой цвет? Серый цвет. А, то есть, ну, просто полоска будет, да, по периметру. Мы на лестнице здесь выкрашиваем полностью, делаем пропитку. Красим лестницы и надеваем прорезиненные. Ну да, конечно, вот эти элементы смотрятся недорого. И балкон. И вот такой. Второй. Вау. Класс. Пойдем балкон смотреть. Седьмой этаж. Квартира с балконом настоящим. Большое количество света. О! Вот видите, то, что ржавчина есть. Инженер сказал, что сейчас станет тепло, все зачистят, окрасят. Вот, держится крепко, не убраться ничего нет. Тут, конечно, вид классный, друзья. Сюда можно поставить, знаете, небольшой столик. И вечерами, в теплое время года, пить кофе, чай, вино и смотреть
на машине. Вижу большая рама. Да. По проекту. Здесь я вижу то, что он, во-первых, шире. Усиленный однокамерный пакет, угу. Да, из-за того, что у него большая парка. То есть это и... А почему не двухкамерный поставили? Ну, это цифры завода изготовителя. Свойства ничем не отличаются от двухкамерного пакета. Ни шумоизоляция, ни... Слушай, я, например, считал, что если там, например, там два стекла, это одна шумоизоляция, если их там будет три, это другая, нет? Нет, завод-изготовитель предоставляет сертификат, что на двухкамерный, что на камерный пакет, и там по всем тейпам и параметрам можно посмотреть, сравнить наглядно. В данном случае просто конструктив окна отличается от... Я понимаю, основное получается для шумоизоляции это как раз вот уплотнитель. Здесь он более дорогой, потому что обычно в проектах он ставит самый недорогой, что есть. Да, ну и внутренние шумы. Кстати, здесь вот я обращу сразу внимание, что петли-то, ну, не с, скажем, не с базового уровня. Так, а дверь у нас открывается. Эх, еще было бы на проветривание, было бы вообще бы здорово. Ну да. Слушайте, красиво здесь, кстати, там не заметил, здесь видите еще галтель по всему периметру белого цвета, смотрится классно. Останется повесить люстру, здесь не нужен плинтус, нужно будет еще и все. А обои, я понимаю, под окраску, да, они? Да, это, ну, они окрашиваются. Угу. Я, кстати, белый тоже люблю, потому что, во-первых, сразу объем помещения дает. Из бетонных блоков у нас получается межкомнатные стены. Двери поставят, и вообще будет красота. Тут аналогично. Ванна, санузел. Классно то, что есть мебель. Еще бы зеркало бы вешался, строчка, вообще было бы круто. Это у нас под монтаж стиралки, я так понимаю, вот сюда ее как раз можно будет поставить. Ну и, соответственно, сами трубы. Ну-ка, что у нас тут внутри? Теплошумоизоляция есть, запорная арматура, фильтры грязной очистки, грубо вернее, все. Накрепление держится, молодцы. Блин, плитка реально крутая. Слушайте, а шумоизоляция какая-то есть под стяжкой? Или не предусмотрена проектом? Под стяжкой шумоизоляция выполнена такая. А, ну это... Настоящая шумоизоляция, подкладка под... Ну, каких-нибудь шумоизоляционных матов такого здесь нет. А, как таковых, не предусмотрено. Угу. Ну и сама кухня. Кухня небольшая, но практически прямоугольная. И, в принципе, здесь можно будет нормально разместиться. Такой буквой «П» неполноценной можно установить мебель. Вентиляционная решетка. Да, классно. Уютная такая кухня будет, такая компактная, уютная кухня. Вот смотрите, как все подключено. Электрики, пишите в комментариях, как вам. У вас здесь, в этом здании, у вас механическая вентиляция, нормальная, человеческая, наконец-то. Да. Супер. Ну, то есть они постоянно... Вне зависимости от температуры окружающей среды, в квартирах всегда будет нормальный доступ воздуха. Вот, теперь понятно, почему у вас как раз стоят клапаны на окнах, для того, чтобы был приток свежего воздуха. Они предназначены только для ручной регулировки самого бойщика. То есть у вас постоянно будет принудительная вытяжка, и вы сами регулируете, надо вам открывать или не надо. Кстати, вот здесь хочу еще, друзья, смотрите, что отметить мне нравится. Вроде так смотришь, знаете, такое ощущение, что расстояние-то небольшое, в принципе. Но дома так расположены, что вот я понимаю, вот я здесь смотрю, и где-то часть фасада видно, часть нет. Ну, вот нет такого, знаете, как обычно бывает, что смотришь, и прямо окна в окна людям, и как-то, ну, не очень прикольно. Здесь, наоборот, смотрится классно. И я представляю, что вот когда вот сейчас все станет весна, будет травка, посадит застройщик здесь красивые деревья, будет, конечно, классный вид. Потому что, ну, фасад смотрится реально красиво. Мне нравится, что хоть это ивент-фасад, я небольшой сторонник, например, лично я ивент-фасадов, но из-за того, что сами все плитки, они большие, широкие, обратите вот внимание, здесь, здесь, на корпусе. Из-за этого вид, ну, такой более богатый, они как обычно ставят какие-то мелкие плитки и смотрится, ну, так все это не очень красиво. И мне нравится, что классные цвета. То есть, я вот не знаю, как он правильно назвать, такой, типа коричневое, что-то такое, не знаю, как это, темный шоколад. То есть я понимаю, что даже через 5 лет это будет прикольный цвет. То есть вот этот там светло-серый, вот здесь тоже
какой-то темно-серо-коричневый цвет. Ну, вот они смотрятся реально классно, то есть молодцы, что подобрали нормальные цвета, не вырви глаз, и по истечению определенного количества времени можно будет нормально управлять свою квартиру, потому что будет смотреться красивый фасад, ну и, соответственно, сам двор. Вот, кстати, по поводу фасада. Вот я вот здесь все хожу, смотрю, у вас реально он ровненький вот здесь. Я здесь, так что вы... бывает так смотришь, там плитка тут сюда, она ушла сюда, и всем пофиг. Смотришь этот фасад, думаешь, господи, что у нас, за уродство. У нас очень была сложная система стыковки, например, угловых секций. Ну вот, вот то, откуда мы... Ну, вот, кстати, вот они, клеймеры есть. Если вот как бы не знать, что они вообще, что это такое, ты даже не поймешь, что как крепление практически не видно. То есть надо реально присматриваться, чтобы его увидеть. Мы часто перебирали, подрядчик вперед, он тебе вертикальную закладку. Они сначала прогоняют основную, а потом от нее уже расходятся. Поэтому... Ну и плюс архитекторы приезжают, они тоже смотрят за всеми планами. Чтобы красота, да, была? Слушайте, вот эти, конечно, угловые, как на лоджии, да, наверное, правильно назвать, смотрятся очень круто. Само остекление прикольное, оно зеркальное, и в нем видно отражение соседнего корпуса. Это у нас что, ламинат? Нет, не ламинат. А, двери. Коробки дверей, двери сами. Ну-ка. Петрович поставляет, друзья. Двери все запакованы, то есть вот их привезли. Не, ну да, во-первых, каждая дверь, все закрыта пленкой. Я вижу сверху еще дополнительно, чтобы вообще влага нигде не прошла. Ну, то есть все как положено. У нас просто, если больше суток они лежат, значит их должны встречь. Там угловое, вот это. Потому что раскладка плитки по этому фасаду и по этому фасаду. А, вот это, где коричневое, да? Да, и вот этот угол, когда мы дошли до него, вот это именно вот эти три этажа сверху. Чтобы красиво плитка досмотрелась. Да, что у нас шов не сходился, и мы полностью все перекладываем. Слушайте, да, друзья, реально, дворы все разные, разные детские площадки. Это здорово. Слушайте, прикольная такая паутинка здоровенная. И здесь еще горки. Молодцы. Значит, по этим дворам сразу смотрите, что скажу. Если бы двор был бы колодцем, например, там прямоугольником, то, соответственно, тогда бы было бы эхо. А так как здесь есть открытые пространства, то, соответственно, такого эха, друзья, не будет. Друзья, напомню, что экскурсию нам проводил инженер-застройщик Settle Group Александр. И обязательно поблагодарите его за проведенную возможность посмотреть этот комплекс вживую. Большое вам спасибо за экскурсию. Кстати, вот она, черная планка. По венфасаду, если скапливается влага, собирается, она попадает на вот эту специальную планку и уже с нее, соответственно, уходит вниз фасада. Да, там же получается сколько у вас там? Это 3 с копейками. 3 метра. 3 метра. Поле. Лично мне понравился комплекс, понравились его фасады, понравились цветовые вариации фасадов и не понравилось, что нет шумоизоляции. Я бы хотел, чтобы была шумоизоляция, но ее почему-то нет. Мне еще нравится, что застройщиков большинство проектов это все квартиры с ремонтом. И это очень здорово, потому что меньше будет шума, ты переезжаешь, заводишь мебель, ставишь кухню, привозишь детей, кошку, собаку и все, и начинаешь жить, и не тратишь свое драгоценное время на то, чтобы сделать ремонт. Друзья, вот вы приобрели бы в Светлане парк или в Панораме парк Сосновка, как вы вообще считаете, хорошее это место или не очень место? Например, мне само место нравится, я понимаю, да, что со временем снесут всю промку и здесь будет красота. Ну и надеюсь, как обещал застройщик, посадит большие деревья, елки, кустарник, травку и все-все-все остальное. Обязательно напишите об этом комментарий. А если вы приобрели квартиру в этом комплексе, то напишите, почему выбор пал именно на этого застройщика и на этот комплекс. Друзья, рад был вас всех видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, поделитесь ссылкой на это видео и оставьте свой комментарий. Ну а я, как обычно, с вами не прощаюсь, а говорю до скорой встречи!